15-я запись видеодневника следователя КГБ СССР товарища Атомного. Нахожусь на мельнице давно исчезнувшей цивилизации с каменным роботом. Надо же, бывает каменный робот. И на самом деле парюсь здесь с решением вот этой задачки. Ставим сюда. Я завел как раз, нажимаю кнопку. Открывается диск. У нас есть вот выполнение программы. То есть как с роботом мы делали программу, так и здесь программы. И нужно вот эти цветные шарики переставить правильно. Я час проманался с решением этой задачи. Я ее так и решил. Но видео не записалось. Чудесно. Чудесно. Но ничего, зато получится быстрее сейчас объяснить, что и как делать надо. Я думал вначале, что вот эти надо только использовать емкости, вот эти пустые. Но на самом деле нет. Можно и вот эти использовать емкости. Здесь нужно будет из 21, за 21 шаг запрограммировать вот этот диск, переставить все шарики в нужное место. Пока нужно сбить. Все, и вы видели, как шарики расположены. То есть желтый сверху, красный вот в этой шестеренке. Вот желтый здесь, красный здесь. Зеленый вот тут вот. И синий вот в этой шестеренке такой, наклоненной вниз, которая. Итак, если мы подойдем к стеночке, то мы увидим, как на самом деле должны размещаться шарики. Соответственно, желтый, который сейчас находится сверху, он должен находиться в нижней вот этой боковой шестеренке. Красный, который находится сейчас вот здесь, вот он должен наоборот здесь находиться. А зеленый, который вот тут вот посредине, должен наверху выше находиться. Ну и синий вверху, а у нас синий вообще вот здесь на месте, внизу. Значит, пошли программировать. Вот есть, здесь я сразу разобрался, вот циферка 1, а здесь 21. То есть у нас есть 21 шаг, и за 21 шаг нужно решить все действия, то есть забрать, соответственно, все нужные шарики и поставить правильно. Я пытался это все зарисовать на одном рисунке, весьма таком условном и красивом, но этот условный и красивый рисунок, то есть клеточки 9 на 9, рисую плюсик, а потом в боковых клеточках наклоненные сегментики вот так вот нарисовал. Но нужна была зарисовка всего вот этого вот диска на каждый ход. И я зарисовывал не весь диск, а я зарисовывал вот положение вот этих секций. То есть вот этот крестик перемещал на каждый ход, их 21. В каком положении находится вот этот крестик, а на конце крестика буквочку писал там К, З или этот какого цвета шарик расположен на каком-то из концов. И вот таких 21 картиночка. Она, конечно, очень маленькая, помещается буквально вот... Ну, лучше всего, конечно, рисовать, знаете, вот взять те клеточки 4 на 4, все понятно. Клеточки 4 на 4 и зарисовывать на них. Значит, что я сделал вначале? Вначале я беру, у нас сверху располагается желтый. И я сразу, получается, вот этим, а в верхней вот этой, ну, той колоночка, которая стоит прямо, забираю желтый и делаю поворот. Когда я сделал поворот, у меня крестик, получается, наискосок стоит, ну, как X такой, и один из лучей крестика попадает вот в эту верхнюю левую
верхний левый зубец шестеренки, в котором располагается красный цвет. И, собственно, этот красный цвет я и забираю. Вот. Дальше, на четвертом, у меня идет оборот. И на пятом ходу я ложу желтый и забираю зеленый. Потом шестой ход снова оборот. Угу. Седьмой. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмой у меня наискосок. Вот это меняется. Давайте посмотрим, что из этого сейчас получится. Потому что нужно все время просматривать. Я все это в уме представляю. То есть у меня в уме... у меня в уме вот эта шестеренка, крестик, расположение шариков, и этот крестик вращается, забирая какие-то шарики. На самом деле очень тяжело представлять. Итак, желтый забрал, сейчас должен быть оборот, и красный забирает. Есть. Теперь еще раз оборот, теперь зеленый забирает. Есть. Оборот, и вот тут вот можно было остановиться. Все, значит, зеленый забрали. Вот, вот зеленый забираю. А потом делаю оборот, и зеленый нужно вставить как раз на место красного. То есть вот оборот делаю и вставляю вот сюда зеленый. Он вставляется вверх. Теперь делается еще один оборот. И, насколько я помню, забирается синий. Делается оборот. Синий и желтый меняются местами. Смотрим, что из этого получается. Что я там чужу? Подожди. Снова началось? Такое бывает у него иногда. Что вот заводишь, и он перестает работать нормально. Есть. Желтый забрал. Оборот. Красный забрал. Есть. Поворот. Теперь зеленый берет, желтый оставляет. Еще поворот. Зеленый на место. Есть. А вот это уже неправильно было. Зеленый вставил на место. Да, зеленый стоит там, где и должен уже стоять. Не надо было один оборот делать и забирать синий. Ясно. Вот эта табличка. Так, вот тут оборот не надо было делать, да? Не надо было делать оборот, а сразу забирать вот так вот. Нет. Подожди, подожди. Вот тут вот не надо было делать оборота. Здесь вот сразу забираем красный. Ой, синий забираем. Потом поворот. И потом вот так вот вот сюда. А ну-ка. Знаете, вот это сложная задача, конечно, представлять. Это ёлки. Все, зарядилось. Мы поехали. Нет. Заряжайся. Сложно представлять, в каком положении находятся колесико, вот крестик, какой цвет и какую команду нужно задать. Так. И зеленый. Зеленый ставлю на место. Синий забираю. Угу. Поворот. Синий поставил. Желтый, да. Все, желтый обернулся. Стоп. Значит, вот здесь вот после того, как я забрал желтый, делаю оборот.
И можно забрать красный. Ну-ка. Завожу. Да ёлки-палки, еще раз. Включенная древняя технология каменных программистов. Так, есть, забрал красный. Поворот. Зеленый. Зеленый на место. Синий. Синий ставлю. Раз. Красный забираю. Отлично. Два. Желтый выкладываю. Все. После того, как я забрал синий. Вот тут вот я забрал синий. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый шаг. Так. Давай посмотрим еще раз десятый шаг. Я запутался, где я нахожусь. Вот сейчас я запутался, какой шаг и что я на этом шагу делал. Так, поехали. Первый шаг. Второй шаг. Третий шаг. Четвертый шаг. Пятый шаг. Зеленый забираю. Шестой шаг. Зеленый поставил. Седьмой шаг. Синий забираю. Восьмой шаг. Забираю желтый. Девятый шаг. Десятый шаг. Ага, да-да-да. На девятом шагу все правильно было. На девятом шагу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что-то я ничего не понял. Так, вот это здесь. Это какой шаг? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На десятом шагу я забираю желтенький шарик. Потом идет оборот. И нужно забрать красненький шарик. Есть, я забрал на одиннадцатом ходу красный шарик. Теперь на 12-м поворот. Красный шарик внизу. Так. Еще один поворот. И можно вставить желтый шарик на место. Вот сюда. Есть. Теперь поворот. И забрать синий шарик можно. Есть. Теперь... Раз, два. Вставляем синий наверх и красный сюда. Вот так вот. Ну-ка я смотрю, все ли правильно получилось. Поехали. Первый шаг желтый. Поворот. Красный забираю на третий шаг. Четвертый шаг. Улаживаю на пятый. Шестой шаг оборачиваю. Синий беру. А, не, зеленый. Вставляю. Седьмой. Восьмой. Выставляю. Это уже десятый вообще-то. Так, одиннадцатый забираю. Есть. Два оборота. Двенадцатый, тринадцатый. Ставлю. Есть. Оборот.
Забираю синий. Есть. Два оборота. Раз. Два. И теперь вставляю синий и вставляю красный. Отлично. Вода полилась. Замечательно. В этот раз быстрее получилось, но на самом деле я целый час решал эту задачку. Вот, перед тем, как пройти здесь, была сложность в запоминании. Я вначале пытался без пошагового и записи вот этого крестика, но с пошаговой записи здесь просто нереально сделать. Тем не менее, водичка запущена. Это уже хорошо. Значит, так, что тут? О, водичка идет, а с этой стороны тоже водичка идет. Ну, я не вижу особого перепада в уровне воды, знаете? Как на дамбе можно стоять и видеть разницу в уровне воды. Здесь я этого не вижу. Ну, красивая водичка. Давайте в монастырь аналогитов. На самом деле, я подумал немножко, почитал, как пройти энциклопедию, то есть пока не записывал видеозапись, я почитал энциклопедию, нужный раздел, чтобы пройти. А я ручку забрал? По-моему, я ручку не забрал. Назад. Как пройти в монастырь аноглифов? Вот этих, или... как они еще раз? Надо прочитать точно, как они называются. Блин, зачем я в Синод отправился? Мне мельница нужна. Это не мельница, а дамба скорее. Так представляете, какая цивилизация мощная была, которая с помощью каменных технологий и каменных роботов управляла, делала свои дамбы. Это на самом деле технологии. Так, все. Забрал ручку. Мне очень хотелось вот, да, в аналогиты попасть в домик к аналогитам. И поэтому я почитал в энциклопедии, как решается задачка. Очень интересно оказалось. Я никогда не решал японский кроссворд. То есть я вот так вот зашел, нажал учебник, и у меня есть здесь японский кроссворд. Эта головоломка называется японский кроссворд. А, в общем, в чем здесь суть? Сейчас перейду сразу к решению. А, здесь нужно закрашивать клеточки. А, вот, нужное количество клеточек. И вот эти числа... Они показывают, сколько клеточек закрашено и через какой... Вот смотрите, здесь, например, 5 клеточек. То есть на вот этой строке надо закрасить 5 клеточек. И причем эти 5 клеточек все рядом стоят. А вот 2-5, это означает, что у нас и на второй строке есть место, где 2 клеточки закрашиваются. И место, где 5 клеточек находится. Вот. Соответственно, нужно закрасить их. И подобрать таким образом, все вот это закрасить, чтобы вот по горизонтали, по вертикали совпало. И должен получиться рисунок. Как я его начинал делать? Вот здесь, например, можно сделать рисунок, да? Я начинал, посмотрел на самые длинные. Здесь вот, тут есть 13. 13 это фактически... Вот так вот. Я решил расположить, что это логично, что вот 13 клеточек будет стоять вот так вот рядом. Сделано. Потому что, смотри, здесь 9, здесь 9, а здесь уже по 5 с этой стороны. Соответственно, я думаю, что вот здесь будет 13, здесь пропуск будет. Хорошо, здесь я сделал 13 клеточек. Теперь второе, 11 клеточек. Ну, расположил вот так вот. Закрасил. 11, то есть немножко смещено. И 9. Хорошо. 9. Есть. Вот, вот, закрасил.
Потом смотрю вот здесь, ага, вот 9 получается. Но 9 только одно получается вот по-любому отсюда. Минимум девятка. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, это уже 10, 9. Вот 9 соприкасающихся в себе, да? А здесь 11 соприкасающихся. А здесь уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Соприкасаешься. Вот тут сложно, тут 4-4. Я знаю, что вот здесь вот есть 3. А значит, либо здесь еще одну доставить, чтобы 4 получилось у нас вот так вот клеточки. Либо вот так вот 4, да? То есть вот это. Ну, давай ставим вот так вот. Где еще много? Я посмотрю. Вот 9 еще, да? С этой стороны. Раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9 есть. А здесь уже 5 и 2. Значит, 5 и 2. Ну вот тут вот 1, 2. Здесь уже не может быть. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Точно. А вот 2 где-то еще выше. Не знаю где. 10. Угу. Тут десятка и единичка. Ну, получается по-любому снизу. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. 12. Это вот так вот получается закрасить. Есть. 12. Вот тут интересный сегмент. 4, 4, 1. Я вот так вот решил сделать 4, 4. Потом здесь единички. Раз. Особенность, что через одну, ну, как минимум, через одну располагаются вот эти сегменты. Может больше? Раз, два, три, четыре. На самом деле, вот эту легко было отгадать, потому что здесь 4, 4 и 3 единички. А такое можно только вот так вот совместить. То есть это точно вот это правильно сделано. Угу. Вот у меня уже что получается. Интересно. Штучка. Так. Здесь вот 4 тоже, но единички как-то по-другому расположены. Ну давай, 3, 4. 2 единички. Раз, два. И снова четверка. Ну, четверка здесь. Здесь тройки. И тоже по единичке. Ну, 3 снизу уже есть. Значит, давай вот здесь вот 3. Вот так вот или так вот получается. Ну, вот так вот. И 2 единички. Пока что-то странное получается. Ну, на самом деле, я знаю, что здесь сделано. Здесь вот так вот нужно поставить эти единички. Па, цифра 8. Получилось. Как интересно. 1, 3, 5. Значит, здесь я знаю, что вот тут вот 5 у меня есть. А я вот сразу скажу, я вот так вот оставляю. Вот это убрать. Одну. И вот здесь вот, значит, 5. Где-то еще 3 и единичка должна быть. Ну, я думаю, 3 вот тут вот. И единичка здесь. Здесь тоже, кстати, пятерка есть. Значит, здесь единичка не может быть. И 12. Все правильно. Здесь. Десятка есть и единичка. Это тут должна быть. Так, а тут четверка должна быть. Раз, два, три, четыре. Ага, ну я вам подскажу, что вот здесь вот сразу пятерка. Видите, как рисуется, да? На самом деле, вот решение вот этой задачи было гораздо сложнее, чем решение самой задачи в головоломке, которая ниже будет. Ну, которая открывает там дверцы. Вот так вот как-то надо. Ну, тут можно решение, вот посмотреть, смотрите, решение. Видите, парочки еще не хватает деталей, чтобы решить головоломку. Поэтому назад. А тут у нас по-другому. То есть у нас есть... Вот это число, то есть единичка. Видим, здесь у нас две клеточки закрашены по одной.
Три клеточки закрашены по одной, это значит сразу вот так вот. По-любому вот так вот, потому что, ну, когда цифры вот так вот отдельно стоят, то значит через одну должны располагаться, по-другому нету. Вот эта сисечка, получается, левая, да, она означает число 5. Раз, два, три, четыре, пять. То есть в линию. Тут снова по единичке. Вот тут вот 2-2. 2-2, возможно, только вот так вот, через одну сделать, поэтому здесь вот так вот. Единичка. Я единичку сразу решил по центру сделать. И самое интересное, какое совпадение, это вот тут вот сверху двойка указана и единичка. Вот у нас 1-2 и единичка. Здесь совпадает. Так, здесь у нас что? Здесь у нас указана циферка 3. 3 и единичка. Значит, либо здесь. Вот. Либо вот так вот. Вот как-то так. Ну и здесь можно вот так вот, допустим, смотреть. Теперь проверяем, что здесь тройка, да, а здесь единичка. Значит, вот это неправильно. Это сюда. Здесь тоже тройка. Вот она есть. И единичка. Вот так вот. Здесь 1-1. 1-1. 1 есть. Так, здесь у нас... это какое? Тройка тоже должна быть. А здесь тройка не получается. Давай вот так вот. Угу. То есть вот такой небольшой как бы иероглиф. Есть. Я не совсем понял, что это за человечек с поднятыми руками. Но, тем не менее, человечек с поднятыми руками. Давай назад. Стоп, стоп, стоп. Отлично. Это закрылось. Собираю ручку. И заходим в монастырь аналогитов. Здесь не пройти. Кстати, там или куколка какая-то, или кто-то лежит. Кто это? Оба! Привет, меня зовут Натали. Натали Сидрак. Ты, наверное, племянник шефа? Да, это я. В общем-то, я хотел тут просто отдохнуть, ну и поглазеть, чем это вы тут занимаетесь. Уже о тебе наслышано. Как хорошо, что с тобой ничего не произошло. Но я что-то не поняла одной вещи. Твой дядя рассказывал, что обвал был подготовлен специально, а ты якобы оказался случайной жертвой, так? Все правильно. А вот кому это было нужно, я и пытаюсь выяснить. Ну, как бы небольшое внутреннее расследование. Понимаю. Это он нам тоже рассказывал. Твой дядя не хочет, чтобы вся эта история выплыла наружу. Для нас это было бы настоящей катастрофой. Проект закрыли бы тут же, по крайней мере, с нашей командой. Для Джонса эта катастрофа уже случилась. Ты абсолютно прав. Есть ли какие-нибудь обнадеживающие сведения, что он жив? К сожалению, еще нет. Но мы не должны терять надежды. Ты знаешь, это все... Это просто ужасно. Я больше не могу сосредоточиться на работе. У меня такое чувство, что все, что я делаю, это все не важно, это все не имеет никакого значения. А я так хотела бы как-нибудь помочь. Но Георг сказал, что я и думать должна забыть о том, чтобы помогать при разборе завала. Что это, мол, очень опасно. Но вот так просто сидеть, заполнять какие-то дурацкие карточки... Нет, я так не могу, я сойду с ума. В этом я согласен с Георгом. Мы не знаем, насколько потолок в том месте надежен. Ну, тогда ладно. Но если ты что-то хочешь узнать, то заходи. Договорились? Конечно. У меня много вопросов, которые надо обсудить с тобой. С красивой девушкой, да. Но на самом деле это какая-то двойные стандарты. То есть там девушка какая-то пашет, выкапывает, и ничего, нормально. Никто за нее не беспокоится. Нормально себе. Копай! Че там вот? А вот эта девчонка вдруг... Не-не-не, что ты? Это слишком опасно. Вот слишком опасно. Какие двойные стандарты? Вперед лопату, иди помогай второй девушке. Они нормально работают. Она нормально работает. Вот и ты поработаешь. Поэтому мое такое мнение. С вами был следователь КГБ СССР, товарищ Атомный. Только революция, только победа. И до следующего эпизода.